Друзья, всем привет, это очередной видеоблог, это я, это Алёнушка. Сегодня едем снимать первый видос, это даже первый фильм или передача. В общем, будет очень качественный видос, первый из серии видосов подобных на канале. Я не знаю, как вообще. Пора бы уже назвать как-то канал. А то он зовется моим именем, да? И ну, как-то не прикольно. Вот я думаю, возможно, вы предложите в комментариях свои варианты. А я выберу какой-нибудь из них. И, ну, и то, которое выберу, чье предложение будет прикольным и классным, и которое подойдет для канала, сделаем какой-нибудь подарочек. Вот. Сегодня будем прям снимать по-настоящему. Прям будут камеры, оператор там, все. Без шуток. Без шуток, да. Без мата. Будет без мата. Не, ну, возможно, где-то проскочит. Но я стараюсь уже не материться в видео, поэтому... маты, я знаю, где будут маты по-любому на канале. Это будет в подкастах, потому что Саня просто, он разговаривает матом. Да и я, когда с Саней, тоже матерюсь. Ну, когда мы вместе общаемся, что-то тут уже... Не выкинешь из песни слов. Так вот, покажу бэкстейдж с этих съемок, как это будет происходить. Во-первых, мы едем в классное место. Сейчас мы сначала зайдем на студию, Сначала мы едем на студию. Там нужно взять штатив большой и будем потихонечку выдвигаться к месту съемок. Посмотрите бэкстейдж. И немножко расскажу, приоткрою занавес, что это будет за видос. Я думаю, вам будет интересно. Я уже давно хотел снять это видео, и вот, наконец-то, все-таки дошли руки. Поэтому смотрите бэкстейдж, смотрите влог, подписывайтесь на канал, комментируйте. Хорошего просмотра. Iso Wendy's, where y'all from? Iso, Iso, Indies, Indies, yeah, live free, speak your peace. Ну, я уже здоровался. По студийке проведем маленький экскурс. Хоба! Повтори. Да нет, уже так не получится, блин. Так, начнем с выхода и входа. Крутой логотип, который работает наполовину. Сгорела, сгорела гирляндочка. Короче, кто будет себе заказывать логотип, если вам будут впаривать блок питания за 1500 рублей, это хуйня, не блок питания, он сгорит через 3 дня. Надо покупать хороший блок, который контролирует питание, и всю эту хуйню пать подороже. Бяшечка. Натуральная, кстати, натурель, да? Или а чего она так хуёво? Че камера слепнет, блядь? Потому что она не слепнет, потому что, бля, у тебя, короче, как рыбья голова. Да, у меня и так рыбья голова. У меня же, блядь. Так, пойдем дальше. У меня же мозг. Пампасы. Зеркало. Это лофт, нахуй. Гостевое место. Байпас тут сидит, женек. Байпасина. Байпасина. Наш рабочий компьютер. Компьютер. У нас цоколь. Первый этаж или цоколь? Как? Коцаль. Коцаль. Это старенькие мои, не мои, телевизор. Это Генри Голфилд подарил. Роберт Эрнандес. А? Это, блядь, маленькая вот радость это твоя, да? Вообще. Диорама. Джей, молчаливый Боб. Подарочек на розыгрыш лежит. Там второй подарочек на розыгрыш. Это мое местечко рабочее. Не хватает немного мне стен. Но как и есть пока. Вот, пошли дальше. Веди. Куда? Пошли туда. В свой кабинет, Саня. Это мой кабинет. Пожалуйста. Тут пока еще не обжито, но я думаю... Играет
Музыка играет тоже. Музыка играет, как в дорогих ресторанах, знаете, вот заходишь там, чтобы не слышал, как вы пердите там, музация. Тут Татьяна сидит, администратор, как Гарри Поттер в хромалке. Тут Алёнушка. В темноте. НБК масочка. Включи свет. Это когда-то я давно рисовал. Ящик, шкафчик. Детище. Иисус. Это... Господь Бог, Господь. Понятно все с вами. Так, ну тут мы, короче, обедаем. Обедаем. Обедаем и ужинаем, и завтракаем. Так, и вторая комната. Сейчас. Где свет? Видите, я даже еще не знаю, где свет. Так, тут работает Димон, тут Слава, тут Костян. Вот. Димон привез свои картины. Я не знаю, наверное, его картины. А, модульная, там череп какой-то. Прикольно. Головы гипсовые. Возможно, когда-нибудь все-таки мы начнем рисовать в студии. Вот тоже прикольная картина. Также, короче, что еще? О! Это я рисовал. А что оно тут лежит? Непонятно. Сдыхался Саша. Так, тут подсобка. Жека Джерри когда-то мне подогнал. Вот такой вот. Ну, короче, вот маленькая экскурсия. Потом я еще сделаю обзор на свое рабочее место. По новой версии, третья, 3.0, видите, какой свет новенький, у всех такой свет, чтобы не мешались провода под ногами, да. Это идеальный лап, да. Поработал, отодвинул, задвинул, убрал, прибрал. Так, ну давай еще, Хайда картина стоит, не Хайда, в смысле маска, а там Хайня, а Хайда, что такое, Хайда это, а это узоры, блядь. Индейские. А это вот картина Романа Хайда. Это тоже рыбина. Бля, какое у него ухо. С венами. А это вот тоже очень крутой. Культур-мультур. Вова. Мульт. Гениальный художник. Так, анатомическая коллекция Александра. Черепа. Детские. Это, короче, очень круто отлито. Каждый зуб вклеивается по отдельности. Ну, копии, короче, очень крутые, видите. Не знаю, может, это будет контент неприемлем для Ютуба, но будем надеяться на то, что не заблокируют. Холдер у меня новый тоже. Ну, я буду делать обзор на рабочее место и покажу. И просто еще у меня потерялся контакт этих ребят. Я у них выдурил скидку и сказал, что сделал упоминание в Ютубе про них. И не сделал. Поэтому, если вы, ребята, будете это смотреть, кто мне продал этот холдер, отмаячьтесь. Вот это самая дурацкая лампа, которая может использоваться татуировщиком. Она сильно рассеивает свет. Она освещает все вокруг. Занимает один квадратный метр, да. И не светит туда, куда надо. Очень удобно работать. Вот такие лампы вообще. Самое оно. Оп. Прям направил и работаешь, сидишь. Здорово же. Здорово. Ну круто. Правда? А еще маленькая лампа. И я ее с собой беру в поездки, на конвенции. Здорово. Да? И ты берешь. Ну, Саня чуть побольше, у него на 600 лампочек. Такая дура. Я тут включал свет, чтобы подсветить, когда фоткал. Ну, какая дура, блядь? Да нормально, она как iPad, даже меньше iPad. Ну, так она же плоская. Ну да. Ничего. Короче, я включал свет подсветить, фоткал, понял? Думаю, ну, чтобы так свет отсюда, короче, ну, ни один источник света был. Не мог включить, прикинь, потом понял, что вот же она, кнопочка. Кстати, работает это от аккумуляторов тоже. У меня тоже такая. Аккумуляторы можно ставить и будет нормально работать. И от пульта. И от пульта, да. Джей молчаливый Боб. Так,
Ладно, все, я забрал штатив и едем на съемки. И будет, короче, бэкстейдж сейчас. Так, ну мы приехали в это замечательное место. Сейчас пойдем к ребятам. Пока поздороваемся, пока операторы едут. Пойдем перекусим и будем снимать бэкстейдж дальше. Смотрите. Оператор. Это ж бэкстейдж. Здорово. Как ты? Привет. Да нормально. Ну пойдем сейчас это. На эту? На ту? Не, да. Так, вот мы приехали. Локация сегодня у нас вот такая. Кадиллачок стоит. Герой нашего интервью. Руслан. Забраковал штатив, сказал, что это говно китайское. Говно. И в переходе его продают. Говно, говна. Все по-взрослому, свет, камера. Как ты и хотел. Да. Ты уже одну лопасть оторвал, да? Конечно. Она сразу причем отвалилась, когда я только доставал с сумки. Ну это профессионализм, я считаю. Это да. Должно быть чуть-чуть уебанное оборудование. Да. Чтоб ты не расслаблялся, чтобы какие-то все время как-то фантазировал и придумывал. Да. Вот такую камеру надо купить себе в будущем для влога. 6600 Альфа, Sony, блядь. 6600 я рекламирую всегда. И троечку. Так что мне... Поняли всем? 6600, Sony и троечку. Он рекламирует всегда. Ну, локация просто бомба, конечно. Вообще. Прям как-то в последнее время на канале... Часто появляются машины такие, мотоциклы. Это очень хорошо и интересно. Будем стремиться покупать и себе какую-то такую аппаратуру и гонять на ней. Всем три, Соня, я рекламирую всем три всегда. Так что написал. Отходные, как они называются? Да. Где мои бабки, блядь? Гриша. Все. Ну, у тебя еще в клетке охуенный такой, она смотрится классно. Блядь. Ну да. У меня сейчас еще экран сюда прицеплю, блядь, большой. Да, монитор. Sony 7.3, да? Блядь, лучшая камера в мире. Да. Съемки закончили. Всем спасибо, ребята. Да. Так что ждите, скоро контент будет. Руслан, да. Тебе спасибо большущее за титанический твой Sony, труд. Sony, фотоаппараты, пацаны. Да, еще раз. Sony. Самый лучший фотоаппарат. Замечательный. Самая лучшая машина, которая нас там пришла. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the... Так, сегодня будем вот это вот реставрировать, или как это, как правильно Никита сказал? Реставрировать и доделывать, доводить до ума. Короче, мы решили, Никита не хочет, чтобы перекрывать полностью новым рисунком, поэтому тут... Такой вот волшебник, да? Да. Глава волшебника, вот. Сделать по кругу дымок и вот что-то там придумать как-нибудь из глаз. Короче, вот тут было под низом граффити, которое мы будем прятать сейчас. И здесь будет что-то такое. В общем, посмотрим, что получится из этого. Буду снимать таймлапс и смотрите, короче. Ты веришь, что получится? Веру. Все, что получится. Погнали.
NVX картриджи 13 Magnum Long Taper 0.25. Так, это что? Тоже Long Taper 30 семерки, 7 RL и... А нет, 3 RL и 7 RS. Вот такая палитра, набросал, где что будет. И, в общем, смотрим за процессом, да? Так, ну вот, доделали, короче. Такой вот у нас колдун получился, или кто, волшебник? Да, волшебник такой получился, отличный вообще, как всегда. Вырвиглазный, яркий, красивый, все. Ну, дальше нам тут еще перекрывать. И в чем прикол? Все вот эти татуировки для Никитоса что-то значат. И он не хочет их переделывать и перекрывать полностью. Поэтому да, просто хочу сделать красивое. Да, ну я вот смотрю, у нас тут тоже еще работы предстоит. Франкенштейн. Да. Его можно сделать. Короче, это тоже для меня интересный опыт, потому что когда я начинал колоть, вот такие татухи тоже делали. И, короче, это круто. Будем работать, да. Вот, здорово. Это видеовлог. Это Алена. Вот, Аленушка мне подарила сертификат на полет на авиасимуляторе. Мы сейчас поедем летать. Вот. Сейчас с авиасимулятора этого. Если я найду сейчас в гугле, как называется эта контора, называется она FMX, да? Да, Aero. FMX Aero. Вот. Короче, очень интересная штука, я всем рекомендую. Цена у нее 2000 рублей в час. То есть есть большие такие, там Boeing, Аэрофлот, по-моему, да? Что-то такое. Ну, обгоняю уже, глянь. Лезет. Там Боинги, там 9 тысяч, да, час, по-моему, стоит. Да, это в Вегасе 9 тысяч час. Полчаса 4,5. Угу. Вот, но все равно я считаю, что это дорого. И, как я понимаю, Боинг же, он не так динамично летит, правильно? Ну, то есть, даже этот симулятор, ну, он полностью имитирует полет. Кабина эта, она трясется, она на гидравлических всяких ногах таких. Вот. И, короче, когда делали мертвую петлю, прям ты скатываешься, ну, то есть, не выпадаешь, но получается здорово. Короче, это масса впечатлений. Сколько мы, час долетали? Да, полтора где-то получилось, инструктаж. Полтора часа. Ну, инструктаж там очень элементарный, и, в принципе, там, ну, нужно только несколькими органами управления двигать, там не так уж сложно, но это, так как это легкомоторный самолет. Вот. Ну, очень здорово. Мне понравилось. Я всем рекомендую, друзьям буду рекомендовать. Вот. И сам буду иногда туда вот,
если скучно. Раньше на картинге, да, иногда заезжали. А сейчас буду туда. Ну, классно. Я кайфанул. Поэтому всем рекомендую. Смотрите дальше видео. Смотрите, кто приехал в гости в Москву. Это я. Так, ну, сегодня мы ничего вам не покажем. Вот следующий приезд Кости, мы запишем большой подкаст. Я думаю, что-то будет хорошее, прям на студии с микрофонами, все как даже надо. Надеюсь, что будет что-то хорошее. Ну, будет много того, что некоторым не понравится. Да? Хуйня. Да. Ну, так мы же делаем контент не для некоторых, а для большинства, поэтому будет что-то хорошее. Как тебе Москва? Слушай, Москва мне очень нравится. Ну, и жить бы я в ней, естественно, не стал, но лучше Омска. Ну да, но хуже Питера, да? Ну, я бы не сказал. Нормально. Окей. Так что так вот. Передавай привет подписчикам канала. Передаю привет подписчикам канала. Чао. Начали Сереге перекрывать. Ты доволен, Серега? Да, очень доволен. Буду ждать вот эту часть и вообще буду доволен. Мы сегодня тоже неплохо сделали. Сегодня тоже, да. Будет продолжение. Уже не тошнит. Не тошнит? Это раньше хорошо. Смотрел на старую, тошнило. Ну, это хорошо. Значит, мы в правильном направлении. Все. Кэш, нахуй. Без фоточки же нет. Санёк. Кэш на машине. Ну и чё ты, блядь, смотри, какой модный парень на машине. Ёбаный. Что такое? Я на машине. Ты лох. Что, двигаемся? Сейчас. Я тебе говорю, у Санька есть Star Credibility. Что есть? Star Credibility. Это, знаешь, это что? Это по-русски, это хуйню. Это когда, типа, чувак, ну, еще не звезда, но есть ощущение, что скоро станет звездой. Я? Да. Я звезда. Да. Ну все, кастинг проебан. Star Credibility, я уже прошел. Дожди. Какие дожди? Что тут люди занимаются греблей? Я вот первый раз вблизи вижу эту лодку. Смотрите, какая она острая. Мне кажется, если сильно разогнаться на ней, и какая-нибудь утка будет проплывать, можно ее нашампурить сразу вот на это. Или просто охотиться лодкой на утки, на уток. Или на другую дичь. Короче, мы сейчас зашли в ресторан, здесь делают очень классные спагетти, вот, и мы даже решили снять. В общем, это головка сыра, и в ней готовят спагетти. Сейчас поджигают. Ну так, в сыре обваливают, то есть его подплавили немного, а сейчас обваливают. Прикол, такого я еще не видел. И
из Португал куки, а из Италии. Италия. Итальянская кухня. Так, нас пустили в ресторан. В ресторан внутрь посмотреть просто. Вообще они закрыты только на выдачу. Мамуль. Так, пружина снята на слайдере? Нет. Нет. Она очень такая, она для стабильности, по сути. То есть она такой жесткой нагрузки на слайдер не несет. Не надо ее вытаскивать. Не вздумайте. Она хорошая. Если что, она сама сломается. Вибрации очень мало у машинки. Вот она лежит сейчас на железном столе. И как бы звука не особо слышно. Да, вот раз уже наша тачка на работу, да, довольно спасибо. Побледнела спина. Ну, на самом деле, просто, к сожалению, телефон не передает того, что есть на самом деле. Фиолетовый сразу лучше всадился, чтобы фиксировать бы. А потом прошел все, он и серый грязнет, и белый грязнет потом. Так я вот все вроде фиолетовым. А вот это что будет? А низ вот это? Я думал белым. Не надо. Нет? Прям с фиолетовым? Ну ярко фиолетовый. Белый. А он же смотрел, видишь, как белый. Голубой. Ну голубой это зрачок. Спорить. А. Сейчас он их снес. Ну типа того, да. Не, ну так, это неправильно. А ты забивал. Просто. Ну да. Не, ну все. Давай, ну, вот у тебя спрошу, тебе спину забивал. Самохин Димон в Одессе. На муль. Удивительно, да. Тихо для слайдера. Да, многие говорят, интересно, но так и есть, потому можешь что... Можешь еще, подожди, стой, белого сразу сейчас, прям махни, ничего не делай. Сам татуировщик делал данную машинку, поэтому... Делал в первую очередь для себя, ну и для этих, для вас. Ну и для этих, как их там? Для того, чтобы максимально было удобно. Тачка незаменима. И блокация. О, ну да, смотри, сразу объемненько стало. Спасибо. Слушай, я вот, короче, я понял. Я, короче, вообще гоню, что не делаю обзоры на слайдеры и прочее, потому что у меня обзоры все на картриджные в основном машинки. А многие же работают. Тоже, в принципе, ну да, да, я имею в виду, что ну такие, знаешь, там. Которые предназначены only for cartridge. Да, да, да. А оказывается, ну вообще же, я забываю просто, что многие работают до сих пор, как бы там и премейдами кто-то работает. Ну такое. В общем, ты доволен, да? Я очень доволен, да. И очень доступный для каждого татуировщика. Нормально так, если вытянуть здесь. И сейчас белым, да? Угу. Видишь, как так? Ага. Сделать еще то же самое, что ну, с водой. Ну по чуть-чуть, да. Воду макнул прям. Вот тем градиентом, который ты прям сейчас делаешь. Я индукцию в свое время у Вани брал, поэтому взял слайдер, так как никому не доверял. Кайф. Да, индукция тоже порой хочется погазовать, но опять же надо несколько их заряжать сразу. А там уже сильно морочиться начинаешь что-то. Ну иногда, кстати, делаю. Да? Да. Ну, Роберт Хернандес до сих пор работает индукциями, все хорошо у него в жизни. И я вам желаю побольше рэпа. Рэпа, рэпа. Произносили, что ли? Нет, я как собака засмеялась, да? Захрипел. Сыра такая.
Кто там спрашивал про белый цвет? Карточная. Кто спрашивал про белый цвет? Еще тут? Да, зовите, кто спрашивал про белый цвет. Вот я сейчас белый цвет делаю. Если вы тут, скажите, я вам покажу, как белый цвет получается. Вот ни одного анекдота про татуировщиков ни разу не слышала. Есть хоть один с бородой? Да есть два самых дебильных анекдота, которые только я даже у меня язык не повернется это рассказать. Баянистые, абсолютно конченые, совершенно дурацкие анекдоты. Ну-ка. Ну про то, что типа бабушка вам дрова наколоть, а вы тимуровцы. Нет, мы татуировщики. Вот это раз, и второй про танки, четыре буквы. А, да, про танки тоже. Да, Агафонов Павел, да, совершенно верно. Господа, Голка, мне, как корона закончится, рассказывай. Ну вот рассказали, тебе, конечно. Ваня, да? Собираешься к Лаке, да? Конечно. К Лаке мы собираемся к тебе обязательно. Куда? Как только откроют границы, там бегом. А, ты пробил. Все, сейчас тебе покажу. Тут, смотри, не только белые. Ну, как бы, но сейчас я вот вверх. Да, с перехода, с тенями. С переборами. И перельевами, и перезвонами. Вот. Как красиво. Боже. Точка. Смотри, но видишь, она сейчас все равно будет кровить немножко. Просто на минут 15 оставить татуировку, она отсочится и будет все окей. И будет белый. Но если вот, например, ты смотришь неплотно, сейчас я покажу, короче, как. Вот если ты видишь, что неплотно, то можешь ты увидеть этот... Все затроил, Жека. Через водичку, смотри. Берешь водичкой, поливаешь и смотришь. Ага, вот. Вот здесь надо край подкрасить. И зернистость большая. Сейчас мы водичкой размоем. Лайфхак, короче, да, такой? Да. Сейчас еще по краешку здесь. Удивительно, что об этом говорите все равно. Ну да. Ну, мне кажется, если начинаешь татуировщики, ему вообще все интересно. И, конечно, все надо рассказывать, почему нет. И вот водичкой прям жиденькой такой размываем. А можно 5 копеек про белый цвет скажу? Конечно, Лаки. И все, и сейчас будет все беленькое. Чуть-чуть. Нет, это лучше раундом. Да-да-да, сейчас. Ну, я такой сконцентрированный блик туда. Как четко прям контура, все делается. Шикарно. Я ранее в эфире целовал машинку. Лаки говорит, забей очень медленно, не будет крови. Да, на малых ходах. Да, на малых ходах. Я знаю, да. Но мы тут как бы тестируем машинку. Никита, ты не знал? Че? Мы тестируем на тебя. Я знаю, что вы машинку тестите. Че? Ты же как хомяк подопытный. Я шучу, Никита. Так. На медленных ходах, опять же, это важное замечание, что краска просто плотная, и на быстрых ходах она не успевает просто, да, скидываться, проникнуть в эту кожу. Поэтому на мелких ходах иглы прямо ее туда закладывают. Ну, прям густой оттенок. Да, но я такое что-то вот более реалистичное очень медленно крашу, потому что таким. Ну, будешь теперь быстро, потому что да. А тут какой-то около традик, поэтому ну быстро делаем. Хотя не быстро, уже часа два, да, наверное. Ты пишешь, да я про марку белый по густоте, они супер разные. А, забери White House, World Famous, например. Я. Ну, тоже по-разному. Да, на любителя. Есть просто, да, если чисто задача белый цвет вколотить, это одно. Если там переходы за счет белого делать, нет. Уже странно себя ведут по-разному краску. Ну что, песня? Ах, хорошо как.
Это на самом деле коллаборация наша с вами. Да, я как-то... Можем тоже в этот прямой эфир идем, видите? Потому что мы сейчас будем прощаться скоро. Да. Телезрители, да? Так, премейды найдены, держатель найден. Сейчас, как я за этим соскучился, 100 лет. Вот этим держакам, я их заказывал еще, когда жил в Луганске из Киева. То есть им уже очень много лет. Он такой, после этого, после обработки термической, прикольно. Такой гладкий и немножко скользкий. Так, все правильно. Так, громится я не знаю, я буду работать пожестче громиц. Это очень мягкий силиконовый, поэтому я найду. У меня есть тут ремкомплекты, есть громицы, закрома родины. Так, есть такие, которые я покупал когда-то давно, в хруст костей. Силиконовые, то есть, но они пожестче. А вообще по-трушному нужно наматывать на боек салфетку. Места с грейвошем, они просядут и будут еле-еле серенькие, примерно как вот эта часть. Это сейчас они вот в таком красном состоянии. Тут коверок, потом мы его подкорректируем. Вот. И вот такая вот птица получилась. Потом будет зажившая, она еще вернется, эта клиентка, и мы отфоткаем зажившую. Но пока вот как-то так. Первый фрихенд.